Здорово, народ! С вами Крисмас и Рок. Приветствую джентльменов и их милых дам! И сегодня мы с вами снова поиграем в цикл или The Cycle. Давай, не будем медлить. Вот, собственно, мы появляемся на карте. Летим на шаттле, спускаемся на эту неизведанную планету, и мы, по-моему, мы приземляемся прямо в воду. Офигеть, мы приземляемся прямо в воду. Первый раз у меня такое, ребята, первый раз. Мне говорит, если ты хочешь стать лучшим, сделай и выполни больше контрактов. Это что такое? Вау, это баг. Ты посмотри, во-первых, половину воды нету, да? Как будто ее отсекли. И когда я погружаюсь в нее... Ну, ты понял, да? И она еще мало-мало двигается. Короче, баги в игре присутствуют, поэтому есть, собственно, существует такая вещь, как закрытый тест. И мы на нем участвуем. Мы в нем участвуем. Собственно, давай начнем с ПВЕ. Я думаю, в принципе... А, вон как раз вот эта вот тема. Ее можно добывать. Эй, повернись ко мне лицом. К своей стае задом. Пожалуйста, сделай такое одолжение. Хорошо. Хорошо. Плевун Дристун получил в щи и нанес я ему достаточно много урона. Почему вельтицит находится под водой? Объясните мне, пожалуйста. Объясните мне, пожалуйста. И ебаки, кстати, тоже под водой. И я тоже, кстати, нахожусь под водой. Как бы это, сука, странно не звучало. Все, закончилось, да? Добываем вельтицит. Я добыл его? Да, добыл. Хорошо. Так, вот эта херня вроде как установка. Тихо. Чё началось-то, пацаны? Воу-воу, я вас начинаю, плохо видеть, как бы. Короче, какой-то странный баг, у меня такого еще никогда не было. Это значит, мы включаем три установки. Первая, значит, вторая указывает вот сюда. Она указывает, кстати, через гору, получается. Но она находится наверху, вот здесь вот. Сейчас мы ее тоже освободим. Хорошо, освободили. Включили, хорошо. Очень, кстати, быстро включается. Вот здесь ни хера нету. Это очень плохо. Так, где еще? Ой. Просто показалось то, что какие-то ресурсы. Да что такое? Почему вот эта вода мне мешает? Так, два из трех терминалов. Вот еще терминал. Вот еще терминал, вот он. Смотри-ка, я могу, в принципе, в ближнем бою это все расколоть, чтобы не привлекать внимание. Значит, я сейчас включаю установку. Так скажем, я ее починил. Терминалы, да? Контракт? Контракт завершен. Один контракт я сделал. Хорошо, я нахожусь в четверке лидеров. В четверке лидеров я нахожусь, и это достаточно прикольно. Где я нахожусь, во-первых? Я нахожусь вот здесь. Мне... Давай сюда сходим. Давай сюда сходим и, собственно, будем различные контракты выполнять, пытаться. Все-таки, наверное, я думаю, что... Кстати, мне, наверное... Слышу челов. Забираем нашу снайперку. Почти ёбнул, почти. И у него осталось пол хп. Вот это меня бесит на самом деле. Если ты находишься на достаточно длинной дистанции от врага, то ты вряд ли его догонишь. Это известный факт. А вот куда он побежал, непонятно. Он мне оставил пушку, ты понял? Но мне, кстати, вот это более по душе. Куда он ушел? Тихо. Ты чё, блин? Охренел? Эй. А это, может, его друг? Смотри-ка, мы его там пока что... Его пока что там ебстают... Хорошо, он по мне не попал, я по нему попал и снял ему броню. Хорошо. Давай-ка его попробуем. Он реально с друзьями отыгрывает, ты посмотри. Ты понял? Он с другом херачит. Alert. Engaged by hostile prospector. Thank you.
А вот и на него напали. Хорошо. Тихо. Alert. Engaged by hostile group. Да пошел ты нахрен! Хорошо. О, еще один! Уходим, уходим на лоу хелфах. Наверх. Нам не хватает, нам не хватает. Да кто по ним стреляет? Хорошо, минус один. Вот это каточка! Вот это ты понял? Правда, минус того, что у меня нет кредитов. Хорошо, попал еще. Давай стимулятор закажем. Хорошо. Этот челик что-то притих. Ты не замечаешь? Где эта вонючка? Ладно, давай пока что добудем кредиты. А, они где-то рядом воюют. Понял. Где-то вот там. Они, наверное, на ПВЕ воюют, да? На ПВЕ основе отыгрывают. Без проблем. Пойдем им помеш... Да-да-да-да-да. Точно. И он, причем, кстати, один, по-моему. Да поди ты нахрен. Хорошо, убили чела. Ты куда это? Ты куда это от меня сматываешься, а? Дружок. Он смотался на F, он смотался на F, он смотался к своему шаттлу. Ну и ладно, ну и хрен с ним. Ну и как бы и хрен с тобой, чел. Не хочешь воевать? Не надо. Главное, что я тебя дрюкнул. Ну, а остальное, собственно, не важно. Ладно, у нас, кстати, вот эта серия реально ПВЕшная. Вау. Эти ребятки взрываются. Кстати, на каком мы месте? Мы хреново. Кстати, все хреново как-то отыгрывают, на самом деле. А в прошлой, в той катке, прошлой, да, получается? Во-во-во-во, это что-то они какие-то разные. Блевотные какие-то, хрен пойми вообще какие. Хорошо. Так, этот монстр безобидный, он нас не тронет. Хорошо. А давай, значит, куда мы пойдем? А вот давай сюда сходим, что это? Хорошо. Замечательно. Он сам взорвался. Нормально. Чуть такое. Опа. Так, слышу чела. 11 минут остается до конца катки. Точнее, 12. А вот и челик. Кстати, как вариант, можно его задолбить. Только аккуратно. Где он? Вижу. Combat alert. Engaged by prospector. Вижу его. Давай, перебегай мост, маленький мой. У меня еще хилка есть, как бы. Куда он делся? Ага, понял. Маленький, куда ты, ну? Хорошо, попал в него. Ах! Ё-моё.
Главное самому не откиснуть. Hostile prospector engaging. Ты меня застал врасплох, маленький мой. Хорошо. Отхилимся. Ой, я как медленно бегу. Зря отхилился. Фу. Зачем я отхиливался? Он сейчас же уйдет. Он уже ушел. Можно не париться. Нет, он не ушел. Да серьезно? Не-не-не. Пошел ты нахрен, слышишь? Пошел ты в жопу, ублюдок. Хорошо, минус один. Дайте мне отхилиться, пожалуйста. Так, погоди. Вот это купим, значит, и все. Я мне надо было грену покупать. Ладно, хрен с ним. А грену не купил, и хрен с ним вообще. А ХПшка у меня так немножечко сейчас сама, значит, она восстановится. Контракты, значит, я хочу контракты все выполнить, мне мешают. Давай пока что вот этот выполним. Вельтицита, да, значит, сейчас добудем вельтицита. Так, там просто какие-то ебаки бегают, и все, собственно. Хорошо. Какой-то ты неудобный, че, а? Прям вообще. Воу-воу-воу-воу-воу. Тих-тих-тих-тих-тих. Да, блин, все по дереву просадил. Все, ты понял? Все по дереву просадил, офигеть. Ладно, давай добудем, значит, это дело все. Отхилимся сразу. Когда я хилюсь, я медленно передвигаюсь. Это у меня, значит, прокачано. Я в прошлой серии в обучении прокачивал именно так. На самом деле пожалел об этом. Но хотя прокачивает он полоску ХП он прокачивает. Но какое-то время я начинаю медленно бежать. На самом деле это выгодно юзать только танком. 8 минут остается до конца катки. Давай все-таки до сюда добежим. Давай добежим до сюда. Я хотел до сюда, это как бы я уже здесь был и хотел до сюда дойти и выполнить здесь миссию, но прервал меня один челик. Кстати, это эвакуационный пункт. Отсюда мы сможем свалить. Уже погода началась портиться. Портится началась погода, поэтому как бы скоро мы будем сваливать отсюда. И именно отсюда. Получается, я здесь могу сдавать... Или нет? Так, в смысле? Погоди. Кто-то рядом воюет. Пойдем чекнем, что это. Воу! А что это они здесь появились-то? Алло! А, наверное, это... Я понял, это эвакуационное... Воу-воу-воу-воу. Больно, больно, больно. Тихо-тихо-тихо, я понял. Все-все-все-все-все. Успокойся. Хорошо, я понял. Все. Не надо. Сука. Ты понял? Меня убили какие-то ебаки. Так, отхиливаемся. Хорошо. Меня убили какие-то ебать. Нет, это на самом деле сложновато в одного чистить. В одного чистить сложновато. Давай все-таки пускай здесь будет метка, потому что здесь будет шаттл высаживаться. Не, ну это, конечно, вот баг с рекой, это прям не очень. Это прям не очень баг с водой. Бак с водой это прям не очень. А, 9-е место мы занимаем. Ну, на самом деле мы не особо... По контрактам. Я не понимаю, ну вот реально, что интересно выполнять только контракты, да? Ну вот что тут такого интересного? Так, хорошо. Тут, по-моему, два челика, потому что у одного челика не было брони. А, я их не вижу, вон почему. Одного ранил. Только про... Я их не вижу. Я их не вижу, потому что они находятся в воде. Вот он.
Он вызвал себе шаттл. Я постреливаю, но ни хера никакого эффекта нет. Ладно. Я думаю, на двоих смысла нету идти. Они меня, скорее всего, задолбят. Офигеть. Какие-то челики активировали какое-то там что-то там. И у них плюс 3 выполненных контрактов дали. Охренеть. Где я вообще иду? Меня это бесит, серьезно. Давай сюда идем. Я не знаю, просто как бы... концепция игры интересны, но вот почему нету миссий? Или то, что, может, и есть миссии на PvP, но почему-то реально, то есть я и хочу отыграть... Опа, здорово. Да пошел ты нахрен, слышишь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, валим. Да иди ты в жопу. Ага. О, пошел ты в жопу, слышишь, ага? Друг друга ёбнули. Друг, ты понял? Давай, поможем друг другу, Давай, отлично, хорош. Мы, короче, с ним подружились, отлично. Потому что и у него две выполненных миссии, и у меня. Просто, если мы сейчас не поможем друг другу, будет достаточно хреново. Но мы нормально достаточно повоевали с ним. Правда, я скосоебил вот с этой пушки. Но вблизи, на самом деле, это не так удобно это делать. Давай себе, кстати, закажем гранату. Гранату себе закажем. Вот, на Ешку у нас будет граната. Погнали. На двоечку все-таки это автомат выберем, потому что с ним удобнее. Так. Все ухудшается. Все ухудшается. Давай ему скажем идти вот сюда. Это вот туда. Погнали. Я надеюсь, он умный парень, и мы пойдем именно туда. В принципе, у меня ХП само по себе отхиливается, поэтому я думаю... Носитель зондов, кстати, и вот база прикрепления связи или что-то типа того. Контрактов мы очень мало выполнили, и это достаточно хреново. А где наш челик? А, вот он рядом. Я аж напугался, прикинь, напугался немножко. Вон большой хер, которого можно, в принципе, усандалить. А, там два больших хера, понял. Да, шаттл получается здесь. А вот здесь челики, кстати, разные другие. И у них идет война. Да запрыгни ты сюда, пожалуйста. Ой, как меня бесит этот ранец, серьезно. Мне прям он не нравится. У меня нету брони, и это очень плохо. Так где они воюют? Я не вижу его. Нашего челика бьют. Давай быстрее, пожалуйста, восстановись. Да нет, да не то. Ты чё там постреливаешь, а? По нашему пленнику, сука. Вообще охренел. Нормально. Одного, короче, разнесли. Ну, правда, мы по нему стреляли с трех сторон. Ах ты, ёпты. Сзади подобрался. Козлина. Козлина, это твоя морда, а? Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не. Нахрен, слишком много монстров. Надо валить отсюда. У нас одна минута осталась. Быстрее, быстрее валим туда. К эвакуационному пункту. Резко, резко, резко. Иначе не успеем. Иначе хана. Иначе, блин, вообще капец будет. Беда будет. Хорошо. Замечательно. Значит, быстрее, быстрее. У нас минута. Достаточно интересная катка была. Именно PvP составляющая. Но, как это можно сказать-то? Не знаю, ребят, не знаю.
Мне понравилась каточка, но в качестве ПВЕ она не зашла, конечно. Опа. Так, челик свалил, понял. Челики свалили. Так можно тоже свалить, что? Что нам здесь делать, по сути? Валим. Ребят, вот мы посмотрели. Два раза мы поиграли в эту игру. Именно на видосах. Ставьте лайки, комментируйте что-нибудь. До встречи в следующих играх или на следующих тестах. Наверное, больше смысла нет играть в эту игру именно в этот день, именно в этот тест. Все, что мы хотели посмотреть, мы посмотрели. Вот. Все. Всем удачи и всем пока. Рок. Ну все. Аплодисменты, занавес. До встречи, ребятки. Не хворайте.